Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан и Бэрон идут на берег озера и весело проводят время. Сабиха тоже следует за ними. Сабиха или они сейчас действуют вместе? Сабиха предпринимает действия, чтобы приблизиться к Ферату. Позвоните Ферату. Сабиха, я хочу поговорить с тобой о важном вопросе. Бэрон держит Дилан за руки и смотрит ей в глаза. Бэрон, необходимо остановиться, чтобы найти ответы. Дилан и Бэрон держатся за руки и смотрят друг в друга. Пока Ферат и Дирья разговаривают в саду, Гуль наблюдает за ними издалека. Дирья, эта девушка предала тебя, Ферат. Как ты можешь все еще любить его? Дирья не может замедлиться, разговаривает с Гэжой Кадер взад и вперед и уходит. Из-за того, что произошло потом, госпожа Кадер заболевает. Роуз, мам, ты в порядке? Скажите что-то. Когда Бэрон и Дилан уже собирались сесть в машину, чтобы вернуться, они внезапно поняли, что шина лопнула. Дилан говорит само собой. Дилан, ты так и собирался. Бэрон слышит, что сказал Дилан, и приходит к нему. Бэрон, ты что-то сказал? Дилан улыбается. Дилан, нет. Пока они сидят у ручья, Бэрон встает и протягивает руку Дилан, держит ее и поднимает. Пока Бэрон ласкает руку, которую он держит, Дилан удивленно смотрит на барана. И вот наступила ночь, они разжигают костер и сидят вокруг него. Дилан, и что нам теперь делать? Они расстилают на земле одеяло, ложатся на него и с любовью смотрят друг на друга. Дилан, давайте посмотрим на звезды. Давай, загадай желание. Сабиха, вы думаете, что это чистая и чистая история любви? Посмотрим, сможешь ли ты полюбить его снова так, когда увидишь его истинное лицо. Все заканчивается тем, что Бэрон и Дилан обмениваются взглядами. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.